Жила-была гусеница, и ей было скучно. Нет-нет, не подумайте, ее жизнь была прелестна. Солнышко грело, сочная мякоть яблока ароматная и вкусна, постелька в чашечке цветка, мягка и уютно, но скучно все равно было. И вот однажды на пенек возле ее клумбы присел мышонок с гитарой. «Привет!» — сказала ему гусеничка. «Привет!» — пропел в ответ мышонок. «Ты научишь меня петь?» — спросила гусеничка. «Непременно!» — пропел в ответ мышонок. День премьеры. Зрители заполнили зал. И вот она со своим другом-мышонком на сцене. Ах, как она волновалась, наша маленькая гусеница! Успех был ошеломляющим. Все повскакали со своих мест и пустились в пляс. Им было весело, и они подружились. Гусеница с удовольствием пригласила новых друзей в гости на чаепитие со сладостями. Осталось только научиться готовить пирожки, пиццу, горячие бутерброды и пельмени. Она даже завела красивую тетрадь для записи кулинарных рецептов. О, сколько собралось друзей на ее маленькой, уютной кухоньке. Они пили чай, и торт был потрясающе вкусным. Они разговаривали и делились успехами и секретами. Гусеница решила, что занятие спортом в компании друзей – это тоже весьма увлекательно. Укрепляет мышцы и здоровье, украшает фигуру, закаляет характер и повышает настроение. В выходной день они с друзьями отправились на пленэр. И гусеница училась рисовать, смешивать на палитре краски, наносить мазки кистью на холст, выстраивать композицию, накладывать тени. В один из дней гусеничка сделала открытие. Она избавилась от скуки. Новые друзья, увлечения. Ее жизнь настолько полна и интересна, что хочется летать. Она взмахнула крыльями, своими невообразимо прекрасными и невесомыми крыльями. И полетела. Это было чудесное превращение. Метаморфоз.